хороший человек. Рада приветствовать вас в нашей галерее, в нашем замечательном месте, где мы рассчитываем, что вы найдете друзей, хорошие интересные контакты, много красивых, интересных, достойных изделий, которые могут вас заинтересовать. Хочу представить вам владельца всего этого великолепия, Терина Николая Владимировича. Благодаря ему это место стало возможным. Эти изделия стали нам доступны как визуализации, так и покупки. Николай Владимирович, вам слово. Что я хочу сказать? Что вообще, какова идея и для чего я собрал? Но действительно, здесь присутствуют не просто мастера, а гордость России, мастера, которые, я вот хочу сказать, здесь отдельно, я очень рад, что здесь присутствует мой друг Сергей Крайнов, это человек, которого мы можем назвать смело, вот сейчас с нами присутствует стол именно советского, не советского, а российского. Когда мы говорим о царской культуре, мы говорим о Фаберже, но говорим Фаберже, а подразумеваем не только его, а Оловянишникова, Сазикова, Хлебникова. И вот что удивительно, я хочу сказать, вот, Сергей, я просто посмотрел книгу, а мы дальше будем делать, уже договорились о книге, знаете, она будет уникальна, я вам говорю, потому что мы первые об этом заявляем. Называться книга будет «Царское, советское, российское искусство», где вот на основе, как я говорю, будет делаться удивительной компании Сирины, которая пришла из советского компании «Маюс», о чем вы знаете, действительно собрался уникальный коллектив. Сегодня здесь вот Татьяна Козловская, мой близкий друг, который вот работа и «Наше бронзовое чудо», и Сергея Крайнова. Но смысл в том, что вот эта книга «Связь времен» – царская, советская, российская. О советском времени, вы знаете, мы все знаем в серых тонах. А на самом деле были не только серые тона, и не только красные, как привыкли, а слово «красное» – слово «красивое». И вот то, что перешло из Советского Союза в нашу Россию, и то, что сейчас развивается, я и хочу сделать, чтобы был такой дом. Это не только, как говорится, VIP-галерея, VIP-салон, нет. Это дом, где люди могут увидеть, как я всегда, знаете, вот такую шутку скажу. Я всегда говорю, да, такой, щеки надутые, напыщенные. И как говорил Чехов, слухи о русской культуре сильно преувеличены, перефразируя. И одна такая скромная девушка сказала, не Чехов, а Марк Твен. Теперь я говорю словами Марк Твена, слухи о смерти русской культуры сильно преувеличены. И они действительно преувеличены. Хотя посмотрите, что сделали те, кто к нам пришел. Михаил Сергеевич Горбачев и его команда с 80-х годов, Палик, Жель, практически ростовский Мали, я не говорю, что и Хохлома, Федоскина, было уничтожено первым делом наше образование, первый удар был по школе, а потом был по нашей культуре, и пали корни. И вы помните это страшное время, когда иностранцы радовались, хохотали, искупали матрешки Миши Меченова. Вот придут на Арбат, купят матрешку. И вот это наша русская культура. И сейчас дают деньги на развитие народных промыслов. Одной рукой дали, другой забрали. А когда одной рукой дают, а другой забирают, что может получиться? Разбогатеют только те, кто дают, и те, кто забирает. Вот тот промежуточный вариант, кто должен это делать, они ничего, как мы говорим, сосут лапу. Я сегодня матом обещал не ругаться, да. Вот. И вы понимаете, что происходит? Вот это наша культура. Никто не видит образцы настоящего, неподдельного одарования русской. А что такое русское ювелирное искусство? Вот вы знаете, я когда говорю, для чего, вот я сейчас это хочу так долго подводил, понимаете, я еще скажу неожиданный пируэт, который я не говорил никогда. Вот вы понимаете, что такое русский ювелир? Что такое русская культура ювелирная? Давайте посмотрим. Вот есть ли еще одна страна, которая могла сказать: сквозь туман кремнистый путь блестит, ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит.
Вы понимаете, это же чудо. И вот это чудо, которое рождается в совершенно удивительных, непонятных русских мозгах. И когда мне говорят, а что такое, вот здесь вот это именно неповторимость, это уникальность, это совершенно неожиданная вещь, которая называется русской душой. Да, почему я говорю вещь, потому что это русская душа. И вот в нее приходят такие мысли, которые не приходят в голову никому. И когда мне говорят, а в чем смысл русской культуры? А знаете, я говорю, только в одном. Вот эта традиция русских мастеров, есть только одна традиция русских мастеров. Каждая вещь хранит теплоту души автора. У нас нет вещей, которые вот сделали, положили. Я не обижаю Шапард, Картье, красивые фирмы, бриллианты закреплены, все. Но у нас есть душа. И вот то, что вы видите здесь каждое изделие, вы посмотрите, вы не найдете то изделие, в которое автор не вложил свою душу, не вложил свое понимание жизни. И еще раз я хочу возвратиться. Вот так вот. Ты жива еще, моя старушка? Жив и я. Привет тебе, привет. Вы понимаете, это запредельно. Вот когда мы читаем просто Сергея Есенина, мы говорим, да, есть такой русский советский поэт. И почему-то Безруков играл его пьяницу, это. А когда же, вот я думаю, Высоцкий писал стихи, Есенин. Ну почему все фильмы показывают, что они пьяницы, бабники и еще и наркоманы? И вот один мальчик выходил, папа, он не мне говорил, моему другу, а в чем суть? Это ваш кумир Высоцкий, который всю жизнь пил, гулял и принимал наркотики. Это ваш пример. Но кто-то этот фильм поставил, кто-то о нем сказал теплые слова, и кто-то запустил эту утку. Деньги дал. Деньги дал. И вы понимаете, что происходит? Наша культура становится совершенно другая. И вот вы знаете, ко мне вчера приходил очень интересный антиквар, еврей из Германии, такие сочетания очень хорошие, совершенно литнич. Просто он сказал такой образ. Вот это вам икона Рождество Христово. Вот у нас сейчас будет праздник Рождество Христово. Я ее купил темную и помыл, отмыл, как это, икона отмыл. И понимаете, и она стала светлая. И мы увидели, вот она русская культура, вот она икона, она светлая. Наше искусство, оно светлое. И вы понимаете, и когда мракобесы и мерзавцы начинают говорить о том, что в советское время все было серое, тусклое, я говорю, не было литературы, да была. Почему-то сейчас никто не вспоминает великого человека, просто не вспоминают, Константина Симонова. Это же потрясающе, жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Вы знаете, вот это слово, только очень. Вот она, русская душа. И эта песня, это стихи, они подымали людей. Вот это вот то, что мы делаем, мы воюем не оружием. Оружием зачастую у немцев. Да-то шли ребята, забирали оружие, это часто такое мне рассказывают. И воевали, и били же их. Так сказать, это. Но вот это суть необыкновенного русского характера, русского понимания мира. Вот это самое главное, что мы хотим показать. Вот здесь сколько-то кубов, 14, 6 наверху, но это русское искусство. И вот эта маленькая часть, может быть сотая, может быть тысячная, которая этих изделий есть. И вот когда мы соединим, а мы сделаем эту книгу, в конце концов, если не мы, то кто же? Мы соединим искусство царских времен. Я люблю слово «царь», не люблю слово «император», поэтому я буду говорить «царь» или «государь». Когда Россия была царская, когда была Россия советская, когда были потрясающие вещи. И вот от советской России нам осталось вообще изделие из нихера. Вы помните, когда все боялись сидеть, а многие ювелиры сидели, чтобы их не посадили, работали с мельхиором. И втайне переплавляли серебряные полтинники, да? Спасибо Господи. Но работы потрясающие, нет ничего сейчас о советской ювелирной школе, как будто бы ее не было. И вот мы пришли от Фаберже к Сирину, ну, условно говоря, а что было в дороге, как вы помните в том анекдоте, есть-то нечего, а мы в дороге, говорит, не едим. Вот, вы понимаете, а на самом-то деле искусство было. И вот то, что мы видим сейчас, вот наша цель, здесь я знаю,
присутствует и Женя Никифоров, который возглавляет наш Радонеж, который может говорить слово в эфир. Это что значит слово? Слово – это о том, чтобы человек понимал, что нам пытаются доказать. Я, честно говоря, я идеолог, это мое основное. Я не галерист, я идеолог. Так вот, что нам пытаются говорить, что мы Иваны, не помнящие своего родства. А мы должны сказать, что мы Иваны, помнящие свое родство. И вот ради того, чтобы мы это родство помнили, мы создали эту галерею. А дальше, вот вы там при выходе, мы удивительный подарок, мы окормляем курсантов нашего кремлевского полка, президентского полка, выпустили с ними календарь, и где вот в календаре написано «галерея», у нас картинно-иконная галерея, вы посмотрите, удивительное творение российских мастеров, российских иконописцев, галерея иконы во имя царя Ивана Грозного. Вот пришел мой друг, замкомандира президентского полка Роман Латвин, вот сейчас ты увидишь свой календарь, который... Уже видел? Нет, еще. Ну, сейчас вот, спаси Господи, да. Уже многим нравится, так что могу говорить об этом смело. Вот. И вы понимаете, галерея во имя царя Ивана Грозного. И вы понимаете, когда вот мы говорим от истории, когда мы говорим о духовности, о государственности, мы все должны понимать, что величайший государственник Иван Грозный завещал нам, его завет сделал мой духовный наставник Иосиф Виссарионович Сталин, я могу сказать смело, может быть, о нашем государе. Вы помните слова «берите суверенитета, сколько возьмете». А сейчас мы говорим, что у нас есть единая, неделимая, сильная Россия. И вот я вчера смотрел новости, Форбс в четвертый раз признал нашего государя самым влиятельным политиком мира. Мы говорим о чем? Что мы собираем не только свои земли, но мы собираем свои знания, мы собираем свою душу, и мы хотим эту душу изложить в песне. Не в тем, что поют наши звезды, поп-звезды, Киркоров, остальные. Я хорошо отношусь к Киркорову, очень, кстати, интеллигентный, умный человек. Вот, и все остальные, которые заставляют петь эту мерзость, в которой совершенно ничего не отражается. Мы говорим о нашей поэзии. Вы знаете, удивительно у нас есть поэзия, удивительно. Здесь мой друг Татьяна Петровна, потрясающие совершенно стихи. Людям хочется, вы понимаете, отражение души. Но мы говорим о ювелирной культуре. И вот вы сейчас будете смотреть, и после моих слов вы подойдете к каждому кубу и скажете, ё-моё, а ведь действительно, а как это он мог сделать? Вот я сегодня говорил, я познакомился с Анной Бариной, фирма «Анна Новая». Я говорю, а как вам пришла идея создать такую ложку? Вот вы ее будете видеть, ложка, потрясающая. Много думали, говорили, но родили. И помните, я вот увидел шедевр. Увидел совершенно необычное. Но это необычное и настоящее. И вот я хочу сказать, что мы создаем дом, в котором мы хотим собрать не только лучшие изделия. Конечно, если бы я сказал, что мы не хотим что-то там продать, получить копейку, каждый на что-то существует, у каждого есть своя семья, но мы хотим, чтобы это люди увидели и сказали, а мы гордимся, что родились в такой стране, как Россия. И когда увидишь, что не только есть матрешки с Мишей Меченым, а есть еще и произведения искусства. И вот, товарищ Коломейцев, те вещи, которые вот ты нам дал, мы тебя благодарим, это действительно шедевры. Вот они самые разные школы, вот наши девушки отобрали. Это действительно, сейчас будем смотреть. Вот уже мои друзья говорят, а можно ли купить, можно ли это. Наверное, купить можно. У нас настолько широкая душа, что мы сделаем не только, а еще лучше сделаем. И вот именно, что был дом, где мы бы собирались, говорили не с тем, вот это пафосом, ура, патриотизма, что у нас все самое лучшее, но мы говорим, что у нас все необыкновенное и душевное. И мы должны это сохранить для наших потомков. И вот эта вот непрерываемая нить, мы, надеюсь, издадим книгу, в которой это будет. А сейчас есть, я скажу словами своего любимого стихотворца. Любимое стихотворение, вы знаете, оно отражает суть русского человека к женщине, мира этому. Но не про вино я хочу сказать, но там есть и вижу берег очарованный и очарованную даль.
Это слова бессмертного Блока, про которого также мы, смертные, забыли. И вот я хочу, чтобы вы здесь увидели не только сегодня, а все время увидели настоящую очарованную даль. Благодарю за внимание. И вот здесь присутствует Роман. Роман, дай календарь-то один, да. Большое. Николай Владимирович, Николай Владимирович, это замечательный православный человек, это человек, который посвятил свою жизнь служению России, восстановлению культуры России, дружбу с президентским полком, это, наверное, долгие годы, я не буду говорить, сколько это лет, у нас два значка, вот вы видите, у меня и у Николая Владимировича, это значок, который говорит о том, что мы оба члены клуба старших офицеров президентского полка. Это клуб, который объединяет единомышленников, которые хотят, чтобы Россия была сильным государством. И командиром полка, вот по поручению командира полка, я сегодня прибыл президентского полка генерал-майора Галкина Олега Павловича, решите Николаю Владимировичу вот в памятный для него день вручить знак 80 лет президентского полка. Медалью он награжден в этом году. Для полка это был замечательный год. Это год 80-летия президентского полка. Год 40-летия роты специального караула, который несет службу на могиле неизвестного солдата общенационального мемориала воинской славы. Те календари, которые создает Николай Владимирович, те альбомы, которые создает Николай Владимирович, это действительно шедевры, шедевры русской культуры. Они славят русское воинство. Мы горды, что с нами Николай Владимирович, член нашего воинского коллектива. Это, еще раз говорю, человек с большим сердцем, который всегда делает то, что необходимо России, то, что необходимо русскому обществу, то, что необходимо русской культуре. Николай Владимирович, я вас поздравляю с очередной вашей вот, выставкой, которую вы создали. И решите вручить от имени командира президентского полка на службу наградам. Божий конкурс. Спасибо большое. Но я хочу сейчас сказать... Всем нашим воинам, сегодня же праздник профессиональный, да. Дорогие друзья, давайте все вместе, как мы говорим, два коротких, одна длинная. Ура! 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 И еще я хочу дать небольшое слово своему, как говорится, он меня назвал своим братом, удивительный человек, удивительной души, человек, который участвовал и в Чернобыле, и в Спитаке. Мы по каждому событию с ним выпустили книгу. Вообще удивительный человек. Вот. Все в тонусе, как говорится. Да. Это вот мой брат, генерал Николай Дмитриевич Тараканов. Дорогие друзья, я буду очень коротко говорить. С этим замечательным человеком знакомились давно. Когда в его залах на в Чернобыльском бульваре проходило 15 книги Рохлина, советского генерала, который отказался от звезды Героя Советского Союза и был, естественно, как знаете, расстрелян недругами. И с тех пор, когда я выступал на этом мероприятии, на презентации этой книги, я лежал в очередной раз в госпитале Муденко, меня попросили написать в эту книгу. Я не мог это написать, руки были, значит, не способны даже перо держать. И вот столько лет прошло, и он удивляет меня все тем же, что это добрая душа. Это душа человека, которая принадлежит действительно не только народу, она принадлежит Богу. Он всегда рад встрече. И когда я ему сказал, что у меня было 5 братьев и 2 сестры, которых 2 сестры осталось, и эти братья погибли, и их нет живых, он сказал, я буду тебе 5-м братом. Вот с тех пор эта братская дружба продолжается. Значит, с его помощью вышли, у меня всего 30 художественных книг вышло в свет, но с его помощью вышли книги такие, как «Разлом». Вышла книга о президенте Путине, называется «Президент Путин в новой версии». Название это придумал нам Песков. Теперь вышла книга позапрошлом году, называется книга, значит, «Горькая правда Чернобыля». Правда, Коля иногда стесняется название, потому что эта книга посвящена жулику, который опозорил нашу советскую и красную армию Сердюкову. Она называется «Сердюков и женский батальон». Ну, вы знаете, она есть, я многим дарю и так далее. Сейчас мы с ним заканчиваем книгу, она в издательстве находится, вот у его подчиненных. Книга называется «Верховный главнокомандующий». Да. В этом человеке мы видим сегодня хотя бы отображение того, что хочет русский народ. Действительно, защиту нашего государства, которое он ведет.
Это завоевание Крыма, не Крыма, а возвращение Крыма. Это Украина, это Сирия. И везде человек это проявляет неординарные способности показать, что он действительно верховный главнокомандующий. И я, конечно, благодарен Коле Николаю Владимировичу за его понимание патриотизма, за его веру, значит, в тех вождей, которые были у руля когда советское государство, и он не отступается. Поэтому я искренне благодарен сегодняшнему мероприятию, где вы можете посмотреть все то, что создано с его поддержки, великолепное произведение искусства. Но самое главное, значит, произведение искусства – это наши женщины, это наша любовь, это наша радость. Понятно? И вот здесь присутствует так много женщин, милых, красивых, что я невольно вспоминаю Баратынского и хочу вам на память прочитать его стихи. Есть что-то в ней, что красоты прекрасней, что говорит не с сердцем, а с душой. Есть что-то в ней над миром самовластней, любви и прелести земной. Как сладкое душе воспоминание, как милость ветра дует светлые. Какое это влечет очарование к ее ногам под защиту к ней. Когда ты с ней, мечты твои неясны, неясны владычица она, не мыслишь ты. И только лишь прекрасней присутствием душа твоя полна. Бредешь ли ты дорогой возвратной, с ней излучаясь пустынный гол твой. Как полон ты мечтой необъятной, как полон ты таинственной тоской. Я всем женщинам, как и всем, желаю любви, здоровья, радости. И чтобы все нормальные мужики любили вас до конца своей жизни. Спасибо, Коля, тебе, дорогой. Первые шаги, путь в жизнь. Ирина Величко. Вы просто так красиво сказали, поэтому я подумала, что именно сейчас я должна спеть именно «Аве Марию». Спасибо. Thank you.
такой в карман не положишь. Yeah.